руках заветный ключ, новая жизнь в благоустроенной квартире. Об этом девушка мечтала давно. Юлиана Евстигнеева, спортсменка, играет за одинцовскую команду по софтболу «Калита». Учится в Голицыно в колледже финансов. Время для нее на вес золота. Обживаться в новом жилище некогда, да и не надо. Квартиры дети-сироты получают не только с ремонтом. Когда я зашла, мне понравилось то, что эта квартира, она идет как студия. То есть это все близко, все очень удобно расположено. Единственное, что я хотела поменять, это поставить стеллаж и все. А так мне все очень понравилось. Создаем полный комплекс работ для того, чтобы создать комфорт нашим детям, которые могут туда въезжать буквально вот в день получения ключей. Одна из квартир находится в селе Немчиновка, вторая расположена в Звенигороде. Ключи вручают в рамках программы губернатора. Основная задача которой – оказывать помощь детям-сиротам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этом году уже 11 получили квартиры. К декабрю ордеры ключи получат еще 8. Всего же в 2014 году новоселами стали 87 человек. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».